Неспокойными выдались минувшие выходные для спасателей. За 4 дня на территории Мурманской области произошло 11 пожаров. Один человек получил травмы. По статистике Главного управления МЧС России по Мурманской области, основными причинами таких происшествий становятся неисправность электрооборудования и неосторожное обращение с огнем. При обнаружении пожара или признаков горения в здании и помещении, а именно задымление, запах гари, повышение температуры воздуха, необходимо немедленно сообщить об этом в пожарную охрану по единому телефону спасения 01 или со всех операторов сотовой связи 112. При этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию.